Маркелла. Встречайте бренд Instep. Российское производство. Ты знаешь, вот лето продолжается, правильно? Так. А потом, после лета, нам нужна обувь такая практичная, которую можно постирать периодически на переобувку, для того, чтобы в офисе передвигаться и было комфортно, чтобы ножки дышали. Вот сегодня мы вам такие круглогодичные туфельки Маркелла и представим. Светлана Гарова уже держит в руках. Ты абсолютно права, Оль, действительно, мы можем приобретать их сейчас и носить действительно круглый год. Это очень удобная пара обуви, потому что она выполнена у нас из текстиля, который максимально будет дышать и обеспечивать вам комфорт ваших ног. Посмотрите, здесь у нас текстильная заготовка, которая выполнена, да, из жаккардового переплетения, прекрасно дышит. Обратите внимание, какая потрясающая здесь стелька. Мы ее в любой момент можем достать и освежить. И, кстати, здесь еще у нас подошва танкетка, которую я очень люблю и очень обожаю, да, потому что она действительно помогает чувствовать себя удобно, комфортно, и литьевой метод крепления, который позволяет стирать их в стиральной машине. 499 рублей. Друзья, не устану буду повторять вам, что это действительно самая выгодная покупка только одного дня. 73% экономии. Посмотрите, есть оранжевый цвет, цвет позитива, яркий. Знаешь, говорят психологи, именно оранжевые оттенки спасают нас от депрессии. Когда мы видим что-то оранжевое, ну, мандаринки, апельсинки, вот, например, наши туфельки Маркелла, сразу хочется улыбаться, и все плохое забывается. Да, а синий дает ощущение спокойствия и стабильности. Кстати, тоже очень прекрасный цвет. Мне он тоже очень нравится. Вот он бы мне подошел больше по моему темпераменту. Это точно. Синий цвет еще под джинсы хорошо подходит. Для лета то, что нужно. 499 рублей, 73% экономии. И это лидер продаж телеканала Shop&Show. За всю историю телеканала продано более 4000 таких пар. Успейте сегодня заказать, партия ограничена. Давайте выберем размер. Размерный ряд от 36 до 41. Как это правильно сделать? Давай, смотри, я сразу подскажу, что здесь у нас можно сразу, мы выбираем для себя размер. Размер — это очень важно, потому что здесь у нас все-таки российский бренд, и это приятно. У нас увеличенная восьмая полнота. А что нам дает? Да, во-первых, текстильный верх подстроится по вашей анатомии стопы, даже если у вас есть вальгусная деформация. Мы вот специально попросили нашу Женю, да, чтобы она сделала как раз-таки замер. И у нашей Жени как раз имеется вот такая деформация. Если мы посмотрим, то мы увидим, что у Жени, у нашей, да, вот обхват стопы ее 27 сантиметров. Это увеличенная как раз-таки восьмая полнота, та самая, которая заявлена в этих полуботинках. Вот она, та самая деформация, которая имеется у нашей Жени. И, кстати, еще есть деформация пальчиков. Посмотри, пожалуйста, да, как легко и быстро Женя обувает эти полуботинки, да, туфли, да, женские. И причем, ты видишь, как работает здесь текстильный верх? Ножка даже просвечивается, да, это, конечно, говорит о том, что прекрасно дышит. Такое ощущение, что она прям вообще без ничего, да, ножка, да, дышит максимально. 499 рублей, друзья, напомню, что любой цвет, любой размер сегодня максимально доступен по цене. Успейте заказать, 73% экономии, а не ваши. Ты знаешь, вот когда мы надеваем летнюю обувь, даже открытую, иногда вот все равно жарко становится, да, в обуви. Да. Нога начинает внутри скользить. Мне нравится, что здесь прям очевидно, да? Вот так прям по телевизору подойдем, посмотрим, да, к экрану поближе. Здесь все проветривается. Вспомните, жаркие-жаркие денечки. Мы не знаем, что обуть. Я считаю, что эти туфли прям спасением являются для нас, да? Да, это действительно абсолютное спасение. Тем более сейчас, какая у нас восстановилась, да, жара на улице. И хочется действительно, чтобы ноги отдыхали. Потому что это очень важный аспект. Вот посмотрите, как здесь у нас дышат наши туфли Маркелла от бренда Instep. Через сквозные отверстия текстильной заготовки излишняя влага действительно уходит. Посмотрите, вот я делаю имитацию ходьбы, и мы видим, что свой микроклимат в них создается. Это очень важно, потому что такую пару обуви вы будете носить всегда комфортно, и когда будет очень жарко, и когда более прохладная погода. Ну вообще, Свет, смотри, не только для жары подходят наши туфельки. Мы сегодня с тобой уже сказали о том, что они на круглый год. Да, да, помнишь, да, когда наступает зима, мы переобуваемся, похожую закрытую обувь на работе, но если она полностью герметично закрыта, но буквально через месяц мы уже не хотим на работе в ней выхаживать, потому что там уже запах неприятный образуется, нога преть начинает в течение дня. С этими туфельками у вас такой проблемы никогда не будет, видите? Полностью все, полупрозрачно, то есть здесь дыхание максимальное, нога никогда преть не будет, здесь всегда будет проветриваемое. Проветривание. Да. 499 рублей за максимальный комфорт. Цена красного цвета — это как напоминание, как сигнал о том, что это самая выгодная покупка даже не одного дня,
а только одного часа. Каждый час ассортимент меняется, товары с часа в час не повторяются. Это ликвидация. Максимальные скидки и минимальное количество товаров. Успеете заказать. Слушай, вот смотри, два цвета, либо оранжевый, либо синий. Да. Все-таки вот скажи, с чем сочетать эту обувь, чтобы мы прикинули, как мы будем ее носить? Ну, во-первых, ты видишь, это не чистые цвета. Да? Здесь у нас много цветов представлено, просто акцентный, более оранжевый. И поэтому, из-за того, что здесь много цветов, мы можем прекрасно их сочетать абсолютно в любых образах. Посмотри, как красиво выглядит сейчас наша Ольга. Это действительно, они подчеркивают, да, ее элегантность, ее такую, ее даже статусность, я бы сказала. Вот. И мне еще что очень нравится, что они конструктивно очень удобные. То есть посмотри, во-первых, насколько они мягко, да, это прям классическая балеточка, да, я бы сказала, из текстильного материала, который прекрасно дышит. Обрати внимание, как выполнена окантовка канта, очень мягко обнимает вашу ножку, причем пяточная часть у нас усилена. Для чего? Для того, чтобы зафиксировать их на вашей ноге. Это очень важный аспект. Именно в такой паре обуви ваша нога будет действительно комфортно себя чувствовать, да, не будет елозить пятка, очень часто бывает такое, да, и она действительно будет прекрасно зафиксирована. Вот, посмотрите, как раз-таки та самая зафиксированная пяточная часть, о которой я говорю. И еще мне хочется рассказать о том, вот посмотрите, насколько они мягкие и комфортные, да. Посмотрите, вот она окантовка, которая обеспечивает мягкость посадки. Это важный аспект. Посмотрите на стельку, которая встречает вас внутри. Она также выполнена у нас из текстильного материала. И вот она, какая-то мягкость, которая будет дарить вам, ну, не просто невероятное ощущение. Это как лучше матрас ортопедический. Да, кстати, да, да. Вот когда мы недавно покупали кровать, матрас стоит в 3 раза дороже, чем сама кровать. Не сомневаюсь. Поэтому стелька, это, поверьте, очень-очень даже это важно. Это очень важно. Я надела на себя эти туфельки, хочу вам сейчас тоже показать. Ножки у меня полненькие, об этом знает вся страна. Очень удобно, комфортно, поместилось, это уже радует. А еще, знаете, когда вот так вот нажимаю, такое впечатление, что там вот действительно ортопедический матрас, который нежно удерживает мою ножку. 499 рублей. Мягкий, удобный, дышащий, доступный. 499 рублей. Возьмите 2-3 пары для себя и в качестве подарка.